еще. Пегаса с братом привезли из конюшни. Его бабулька одна опекала, но сейчас уже не есть совсем, она такая в возрасте тетя. А Пегова в детстве щенком еще замуровали в подвале. Они его 4 дня не могли достать оттуда, пока договорились с управой, чтобы взломать подвал, открыть туда-сюда. Ну, в общем, у Пегаса немножко психика такая нарушенная. Он щенков не любит, рвет. Такой достаточно недружелюбный пес. А за щенка в приюте. Еще до меня была. Рексу оставили на передержку. Сказали, что на передержку на 2 недели уезжают. Это же сейчас совсем мало собак было, ее взяли. За ней так никто и не вернулся, телефон не оказался. А там еще Алиса живет. Вот если туда посмотреть, там Алиса. Алиса у нас слепая. Ее перевезли на стерилизацию, но так как она ничего не видит практически, то он так и остался в приюте. Джо из Тушина. Где-то гуляла, очень сильно порвали собаки, думали, вообще не спасут. Машка с Шустриком, они брат с сестрой черный. Их щенками Оля привезла. А Мирту нам когда-то женщина привела, у нее сломанная нога была, но она до сих пор сломала. Приют для бездомных собак «Зов предков» – это, наверное, одно из лучших подобных заведений в России. Здесь, в 20 километрах от Москвы, на пустыре у леса живут около 180 собак. У всех зверей, которые сюда попали, очень разные судьбы. Но во всех этих разных историях есть одна общая деталь. Всех этих собак просто спасли. Спасли люди, которые не могли пройти мимо. «Зов предков» – это частный приют. И сегодня как раз тот самый день, когда сюда съезжаются все друзья, волонтеры, помощники и опекуны. Сегодня в приюте Новый год. Я и муж любим очень животных, и давно хотелось, чтобы у нас был приют. Просто не получалось, а потом случилось так, что освободилась маленькая территория на стройке. Мы подобрали одно животное, потом второе, потом третье. Уже взяли, чтобы ухаживал кто-то. Хотели мы или не хотели, а количество увеличивалось, и поэтому стали думать о приюте. Мы с Леной уже больше 20 лет знакомы. Это, во-первых, мы друзья. Познакомились мы в парикмахерской «Чародейка», потому что Леночка мастер высокого класса. И я к ней ходила краситься, брови, реснички. О, не поверите, если я вам скажу. Я работала, начиная от Союзного министерства, потом райком партии, потом Госагропром СССР, а потом правительство Москвы. И закончила я начальником отдела в департаменте социальной защиты. Вот 20 лет на всех вот этих вот я работала. Поэтому что такое работа с людьми, я хорошо знаю. Поэтому я очень люблю собак. Я привозила им сначала лекарства, теплые вещи для приюта, потому что самой дома все подобраны животные, и вот хотела помочь приютским собакам. Необходим определенный какой-то вот заряд положительной энергии. Мы каждый выходный приезжаем. Гречку, воду возим. Консервы. Консервы. Корм. Я подобрала 2 щенков. Одного переехала машина, а другой просто... Там была такая очень история, что его все пинали, и я это увидела, и просто не выдержала. И теперь стараюсь раз в неделю, приезжаю, помогаю, убираю вольеры и стараюсь что-то готовить. Мои собаки тоже стояли на очереди, и какое-то время они жили у меня. Все щенки сначала жили у меня. И те, которых подбросили Ольги, и те, которых в этом процессе приобрела, так скажем, я сама. Потому что в приюте щенки, как правило, не выживают из-за того, что заболевают чумкой, энтеритом, и очень трудно этот процесс предотвратить. К сожалению, практически ничего не помогает, и очень иногда жалко, когда люди подбрасывают щенка, считая, что они оказали хорошее, доброе дело. Причем бывали случаи, когда еще приют находился в Тушино, и бросали через забор. И, естественно, вот большие собаки могли просто разорвать. Видите, какой красавец! А это, кстати, Фантик, это вот среднеазиат из числа добрейших. Это вот тот один из 3 щенков, которые держали в закрытом сарае, они были в безобразном состоянии.
держали их в гараже или в каком-то сарае таджики. И весь корм, который привозился, видно, сами там то ли съедали, то ли чего, они были ужасные. То есть такие истощенные, с безобразно рахитичными ногами. Они практически не ходили. То есть у них задние ноги разъезжались, не держали, они вот волоком. И вот посмотрите, какой пес получился. Их разобрали. Фантика взяли, вот и распети, они приехали сегодня. То есть я считаю, это вот заслуга приюта, что вот такая роскошная собака. Когда я кормила, кормлю, я и сейчас кормлю бездомных животных. У меня 15 собак, кроме приюта. Я кормлю, но и все время как бы натыкаюсь на то, что вот лучше бы детям помогли, лучше бы старым помогли, вот бы собакам. И ты знаешь, я нашла фразу, очень хорошую фразу. Раньше я начала доказывать, что не бессловесно. Ну, то есть я вот нервничала, психовал. А сейчас я просто говорю, вы знаете что? Ну, люблю я собак, вот люблю, я их покормлю. А вы пойдите, помогите детям. А кто-то поможет старикам, вы знаете, может, у нас будет порядок в стране. Единственное, о чем могу похвастаться, что собаки очень быстро ко мне привыкли. Как-то мы нашли взаимопонимание очень быстро. А с Михуси, его зовут Михей, вот с Михуси как-то вот он меня выбрал, а я его, вот он такой встанет и меня лапками замрет. Михусик, вот он, вот он. Сейчас муж будет делать будку, я заберу Михусику отсюда из приюта. Мы живем за городом, у нас свое хозяйство. У меня корова, овцы, индейки, плюс 5 собак. Но все-таки вот я 3 дня выкрыла из своего графика. Мы тоже оказались здесь не случайно. Это Маша и ее дети. Фрося, Шоколадка, Зефира и Вафля. Они жили в нашем дворе, в центре Москвы, на стройке. Пока щенки были еще маленькими, кто-то из окрестных жителей кормил их, а кто-то просто не замечал. Когда щенки уже немного подросли, однажды за ними приехала служба отлова собак. Выяснилось, что в Дезе уже давно лежит заявка с требованием убрать собак. Машина приехала, но собак нигде не было, как будто бы они исчезли. На тот момент один Машин щенок уже погиб под машиной, а Фросю какой-то добрый человек ударил ногой в шею. От этого у нее образовался большой нарыв, и она ушла в неизвестном направлении. Ловцы собак не нашли и уехали, а вечером собаки вернулись во двор. А уже на следующий день их новым домом стал этот приют. Правда, надо сказать, что вот таких здоровых молодых собак в приюте совсем не так много. Ну, мы в основном берем, к сожалению, в основном больных собак. Почему? Потому что не хватает мест для здоровых собак. Конечно, когда что-то освобождается, и здоровые попадают к нам. Но мимо больной собаки никто, я думаю, из нас, из сотрудников, вообще присутствующих здесь не пройдет. В основном собаки с дороги подобранные, там, сбитые машиной, там, ну, покалеченные там. Как. Поэтому в основном все старенькие. Старых мы тоже не можем отказать. Вот вчера привели собаку старую, ну куда же ее денешь? Поэтому в основном у нас инвалиды, калеки. Вчера приехала женщина, и Марина очень долго ее убеждала, что у нас ну просто нет места, у нас на полгода уже очередь. Но она поахала, говорит, что делать, мы ее подобрали на обочине. Она говорит, понимаете, мы не можем ее никуда, эта собака все-таки своеобразная. Вольера нет, а потом она голая вся, голая, потому что ну теплый нужен вольер. Она говорит, да, я понимаю. Ну и все, еду, давайте мы вам еду дали. Вот Мариночка дала еду. Она взяла еду, все. Через час Марина выходит, а она сидит у калитки. То есть она ее оставила, просто оставила и уехала. И мы не знали, все-таки собака какая, непонятная. Ну, Марина взяла на поводочек. И хорошо, вот Леночка вчера амурная забрала свою собаку стерилизованную, и мы на то место ее посадили. Ну, ты видела, да? Ребра такие все. Очень добрая, ласковая собачка. Так что вот так вот подкидывает, вот даже не спрашивает. Это вольер последней подкинутой собаки. Она пока боится и из будки не выходит. Щенки очень переживают, то, что у нас круговая порука, ну, как бы, чтобы никто не, ну, уже не привозил новых собак, потому что нет возможности, нет, мы просто действительно вот зашиваются, персонал зашивается, всеми погулять и, в общем-то, убрать вольеры и так далее. Сейчас вот опять надо будет всем поменять. Эй, малыш! Сейчас освоится. Новенькую назвали Тигра. Правда, в тот день она так к нам и не вышла. А через неделю мы уже увидели ее вот такой. До того, как Маша пришла на стройку, у нее тоже был свой дом.
поэтому она не знала, что такое жить под открытым небом. И когда она выходила с территории стройки, на нее часто нападали другие бездомные собаки. И от людей ей тоже доставалось. Звери, которые были домашними, особенно беспомощны. На улице они практически не могут выжить. Его просто привязали, старый кокер домашний. Но он никому не нужен. Хороший, поскорее. Лучше, чем на улице. Прям совсем жалко. Да, скажи. Квартиру хочу, квартиру, людям. Да, мой сладкий, маленький мальчик. Дали в интернет объявление, может кто откликнется, пожалеет. Люд подбросил ее в клинику, парализован. Вот ее выходили. Метис неизвестно кого. Ты смешная, да? Хорошая. Любимая. Я не могу ничего сделать. Ты что поделаешь? На ручки тебе не могу убрать. Очень большой мальчик. Да. Хороший, замечательный. Я знаю, что ты замечательный. Зайчик. Это сайт приюта zovpredkov.ru. Интернет помогает пристраивать животных и искать тех, кто хотел бы помочь, но не знает, как это сделать. На сайте можно задать любые вопросы, и Оксана на них отвечает каждую неделю. Кроме того, здесь указаны контактные телефоны. Местонахождение приюта на сайте не указывается, чтобы не подбрасывали новых зверей. А самостоятельно найти приют практически невозможно. В Подмосковье все такие заведения находятся вдали от населенных пунктов. Во-первых, потому что лай и вой может мешать людям, а во-вторых, чтобы не отравили и не сожгли. К сожалению, такие случаи – горький опыт московских опекунов. Ген! Ну, 2 минуты тишины, можно? Спасибо. Яся! Тарзанный Стало сегодня надо было с улицы забирать, а Тарзан подбросили щенком маленьким. Туда, вон, под бревна. Ребят принесли бревна, грузили, привлекли домой. Просто какой старенький, суставы больные у него. Такие для пожилых собак. Как Кузя 2? Слепые. Он же весь переломанный. Кузя. Кузя тоже истушена. Были у нас вот такие бабули добрые, которые нам собачек всяких носили. Опытом. Вот Кузя, Джой. Ага. Надо отсюда выходить, а то не кушать. Аккуратней с собакой, он очень злой. Да, говорили нам, очень злой. Тима злой. А какой злой, а какой злой, а какой. Уже почти все поели. Они приют и еще собак дрессируют. Инструктор по УФД. Общий курс дрессировки. Это Джина. Она попала в приют с какой-то фабрики. В то время, когда все гуляют, она даже боится отойти от двери своего вольера. Да, она у нас что-то такое. Лучше не выходи, мама, сейчас за дверь хотя бы. Там с самого начала такая красивая была. Да, она красивая. Багира! Баги! Про шарик и про Дору. Шарик жил на автостоянке. Его сбил машину и стал не нужен трехлапой. У нас еще стушно, давно, наверное, года 4 уже у нас. А Дора родила щенков в песочнице. Вызвали отлов, хотели ее, не знаю, куда деть. И Ольга ее у ловцов выкупила за деньги. Щенки погибли от энтерита, а собака выжила. Они прям совсем были крошечные. Зов предков значится как Тушинский приют. Хотя из Тушино они давно переехали. Но именно там все начиналось. В Тушино, потому что мы просто просили там как раз землю, приют собирались делать, а так и ничего не получилось. Там до сих пор нет приюта. Так и не сделали. В северо-западном округе нет приюта до сих пор. Не нашли землю. Алло? Да, а. На форуме часто спрашивают, что нужно, чтобы создать и содержать приют для бездомных животных. Наверное, самое главное – это полностью изменить свою жизнь. Трудно представить, как ее надо изменить,
чтобы создать хорошие условия такому количеству животных. Такие люди уже не делят животных на своих и чужих, на кошек и собак. Все, кому нужна помощь, это их клиенты. А тех, кому надо помочь, не сотни, а тысячи. Олег, сейчас вот подъедет Владимир, чей Балкан, да? Вот он пускай мешок этого сухого возьмет и дай ему еще мешок колбасы. Еще к этому сухому корму мешок колбасы. Все, спасибо. Многие помощники приюта – это люди, которые просто однажды позвонили по телефону, указанному на сайте, и приехали. Но приехать решаются далеко не все. Останавливает даже не удаленность от Москвы. 20 километров – это не так уж и далеко. Останавливает страх. Как выясняется, «Белый бим, черное ухо» – это самый страшный триллер для многих советских людей. Но что было бы, если бы все боялись? Я учусь в 9 классе пока еще. Вот потом хочу идти на ветеринара. Вот приезжаю по выходным, помогаю. У меня здесь собаки, Ника с Мухой. Они кусались, написали заявление, чтобы их убили. И попало письмо, это хозяйке, Лене. И вот забрали сюда. Вот это Ника, а вон тот Мухтар. Мы сначала думали, что они сюда едут их тоже усыплять. И вот мы поехали и посмотрели. После этого, с летом, мы сюда начали ездить. Потому что нас сколько раз обманывали, что собаки поедут в питомник и клали их в мешки и увозили. То есть это было уже понятно, что их не увозят в питомник. Это малышка и малыш. Вот малышка жила с бабушкой вот на таком коротком поводке. 21 кошка. Она привязана была к двери. А это Барби. Вот Барби нашли в мешке с двумя братьями. Остальные все были мертвые. Выкинули их в мешке на дороге. Булдог, собственно, собак сейчас 180, да. Взяли же еще один вольер там. Ну, в общем, они так 180 где-то. Вот на 180 собак идет в день 50-килограммовый мешок гречки. А мясо, наверное, ну тоже приблизительно 12 ведер они варят. Сколько килограмм? Ведро большое. Вот это наше самое большое неудобство. Но это из-за того, что просто, ну, у нас и так баллон газа уходит в неделю. То есть за неделю вот мы каждый раз меняем, вот приезжает Леша, он каждые выходные приезжает, и они все время едут, меняют баллон. То есть баллон идет только так. Поэтому мы вынуждены кашу на баллоне, а ведра эти на костре. Потому что вот караул в противном случае. И денег никаких не платят. И территория не своя, конечно. Никаких же учешь не проведешь, не потом свет. Был бы еще свет. Был бы свет, можно было готовить на электрической плите. А вот свет же, это же на официальном основании сумасшедшие деньги. Это такой доисторический способ, я считаю. Но и то, это еще счастье. Я когда сюда пришла, вот в апреле месяце, ничего этого не было. Это просто вот покосившиеся такие вот на 4 ведра стояли вот там вот гораздо дальше. На открытом вообще ветром задувало снегом, а я пришла еще снег шел, снегом все засыпало, это вот потом уже сделали все. Я сейчас выпущу, Надя. Так что это еще сейчас большое достижение, что, по крайней мере, вот снег, там дождь или что, здесь хоть все закрыто. Дело по горлу, конечно. Не хватает средств. Самая большая проблема – это земля, потому что мы живем одним днем, мы не знаем, что будет завтра. Мы не можем взять такое количество собак, какое мы хотим, потому что мы за всех отвечаем. Если, не дай бог, что-то случится, то всех собак мы вынуждены забрать, наверное, домой, куда мы денемся. Поэтому это самый главный вопрос – земля. Я считаю, что прокормить даже можно собак вот просто помощью людей, пускай там будут хуже кушать на сухом корме или как-то что-то, но а без земли никуда не денешься. Россия не самая маленькая страна. Только в одном Подмосковье сотни тысяч гектар заброшенных, неухоженных территорий. Но найти землю для такого приюта, как Зов предков, это чуть ли не самая сложная задача. Пожалуй, единственный обязательный критерий для земли, необходимый для приюта, это место, удаленное от населенных пунктов, к которому вела бы хоть какая-то дорога. Зов предков переезжал из Тушино на новое место экстренно.
Надо было съехать за 10 дней и перевести всех собак. Причем перевести их не просто в чистое поле. Несмотря на то, что с тех пор прошло уже 4 года, у приюта по сей день нет своей земли. Варится каша, варится мясо, варится бульон. Все это перемешивается, приготавливается очень вкусная еда, аппетитная. Мы разносим ее по вольерам. То есть собака, только она погуляла час или 40 минут, она получает миску такой вкусной еды. И так от вольера к вольеру на протяжении всего дня. Выгулы происходят и днем, и ночью, потому что собаки хотят двигаться и гулять. Потом старенькие собачки, собачки какие-то, которые болеют, или такие, которых жалко, они получают еще вкусняшку, косточку, какую-то вкусную баночку, кусок сыра, ну чего есть. Если есть возможность, мы всем раздаем. Вот. Ну и уборка территории. Я не знаю, но это побочный эффект, но я как-то к этому совершенно спокойно отношусь. Нет, Рут, это на самом деле замечательно. Я так уважаю, тишина, покой, сидит, занимайся. А это все, это мелочи. 3 минуты готово. У меня подружка в другом приюте работает, она все время говорит, хорошо, что много накакают, значит, хорошо кушают. Там начинают, вот там территория, говорят, прекрасно, все сытые, все накакали, все хорошо. Кстати, вот я очень к этому отношусь хорошо и чищу тщательно. Это мое хобби здесь. Так, зайцы, давайте мы отобьем какашки. Да. Вы охранники, известные охранники, да. Охранные псы. А вот эти вот. Ну вот зайка-то не захотела жить в доме. Сбежала. Вот эта вот мышь. Казалось бы, да, вот в квартире все забилось под батарею, ни за какие деньги. А потом та пошла с ней гулять, она удрала. Если бы, конечно, не Любовь Ивановна, то она бы и не вернулась. В Москве она ж никогда не была в городе. Зайцы мои, зайцы, крепышка. Да, крепыш. Вот так вот и ходим, да, вот так вот ходим. Так вот и ходим. Цепочка такая, вот так. Ужас. Все. Для них еще не столько важна кормежка, сколько вот, чтобы с ними пообщаться, почесать. Ну, собственно, наш такой труд совсем не героический. Салька, Мухтар, мое последнее произведение. Наверное, по глупости. Ну да, мы его наркозили. Я побоялась, что ему плохо стал нагибаться, а он наркозный руку прокусил. Как раз после новогодних праздников, после 1 января, много недель на больничном сидела с распухшими руками. Это ужасно. Наверное, ну куда теперь от них денешься? Все же родные, любимые. Как их можно бросить? Тигр, она все понимает хорошо. Тигр сидит. Это кадыбо. Ой, молодец сидеть. За 2 месяца это 3-я. Именно кадыбо. Первую собаку нам позвонили, сказали, что она бродила по улице, было холодно, и она забилась в подвал. А поскольку, ну, сами видите, порода какая, никто не знает, то ли став, его и став, и бульмастиф. Его как только не обзывали. Усыпить хотели. Усыпить, да, начали бояться, стали на него замахиваться палками. Он, естественно, начал в защиту кидаться. И они стали вызывать ловца на усыпление. Сообщили об этом на форум, на ПИК. И мы тоже нашли хозяина, пристроили собаку хозяина. Сейчас вот уже месяц он у хозяина. Потом к жилому дому, к новостройке, в подвал прибилась тоже собака, тоже кричат «став», мы боимся, рычит. Мы приехали, она ползком из подвала к нам вылезла, на задние лапы вот так встала, лапы на плечи положила, все, и так на задних лапах и ходила за нами. Но мы ее быстро пристроили, мы ее стерилизовали, теперь спит на голове у хозяйки. И потом нам на форум открыли темку вопрос «помогите определить, что за зверь». Мы зашли, говорим, это кадыбо. И договорились, что мы поможем пристроить. Дали рассылку о том, что ищем хозяев. Вот девушка откликнулась, хочет забрать. Но этот есть такой благотворительный фонд. А вот ПИК, это вот форум при нем. Там разделение по командам, есть став-команда, двор-команда. Сейчас же много всяких гадостей про став показывают, может, да? У девчонок 53 собаки. Надо звонить, пробовать. Они собирают их? Вот 53 собаки сейчас на пристройство. Отдаем только в хорошие условия, условия проверяем. Сотрудник едет, смотрит, где будет собака жить, смотрит условия. И если все нормально, собака нравится новому владельцу, владелец собаки, то, естественно, уже собачку везем на новое место. Собака навещается, отдаем ее по договору с паспортом. Собака
сотрудник обязательно навещается. Вот мы недавно отдали как раз Шаха. Созваниваемся каждую неделю. Шах наш, среднеазиатская овчарка. Как часто, наверное, одна собака в 2-3 месяца. Редко это происходит. Недавно была передача очередная про став. Так в этот день выбросили 8 став. Собрали. А вы сами видели эти передачи? Я тут недавно посмотрела, у меня дома став. Страшно, когда начинают рассказывать, что собаки там кидаются, жрут детей и так далее. Мне просто в этот момент всегда интересно, почему не только про стафов передачи? Ведь и немецкая овчарка, и любая собака может кинуться на ребенка, если ребенок повел себя неадекватно. Или если хозяин изначально неправильно воспитывал эту собаку. Ведь на самом деле все же идет не от характера собаки, а от того, как ее воспитывают. Потому что любую агрессию в собаке до года можно подавить. И дальше, то есть ты контролируешь свою собаку, с ней все будет в порядке. А эти передачи просто как бы являются фактором того, что, допустим, хозяйка любит свою собаку, а у нее дома маленький ребенок и свекровь, да, который посмотрел передачу и подняла хай, просто криком кричит, выбрасывайте, убивайте, убирайте, куда хотите. И как итог, выброшены собаки на улице. А что лучше, став под контролем хозяина или став выброшенный на улицу? Преданная, брошенная на улицу, абсолютно лысая, без шерсти собака. Она может на улице натворить все, что угодно, а кто виноват? Все равно человек. Получается, что наше общество просто пытается всю вину за какие-то ситуации, произошедшие между человеком и собакой, скинуть на собаку. Это неправильно. Собаками надо заниматься. Если ты берешь собаку, то берешь на себя ответственность. Хорошо, а у вас есть, да, наш телефон? Вот мой нет. Сейчас у вас определился, да? Определился мой телефон у вас сейчас? Хорошо. Хорошо, ладненько. Ага. До свидания. Нет, категорично собаку не отдам, потому что часто бывало, что в первый день собаку забирали и заканчивалось. Это не очень хорошо. Она обещала сегодня вечером перезвонить, сказать, когда будет стерилизация. У нас последние столько случаев, что не потому, что мы к вам плохо относимся. Да я знаю, я то же самое все делаю. Приезжали к нам люди замечательные. Приехали, взяли собачку Лёльку, и она у нас пропала. Вот мы ее ищем уже со второго часа. Нет, договор как ключ, мы напишем условия стерилизации. А договор, как тебя зовут? Юля. Юлечка, милая, а что договор? Что он? Вот мы договор с ней заключили. А что толку? А собаки мы договор нету. С владением. Она полтора месяца, все хорошо, она хорошая, они замечательные, они ее ищут. Но она у них убежала, видно, было это самое. Ну так это кого угодно могло случиться. Конечно. Ну так получилось, что Майка у нас сбежала, мы Майку, вот, слава богу, нашли. А теперь Лёльку. Я по 5 часов там ходила. Это какой-то был ужас. Девочки, ну ничего страшного, приедьте в следующий раз. Через 15 торгуем около Навета. На следующую среду договорилась, стегнули стерилизацию повезу. Мы едем в ветеринарную клинику. Лена, помощница приюта, работает там. И часто она сопровождает зверей, которым нужна медицинская помощь. Сегодня Машу везут к врачу. Старые болезни снова дали о себе знать. Вместе с Машей на стерилизацию едет собака, которая только недавно попала в приют. Все это придумывают кличку, и никто ничего пока не придумал. Так что можете приступать. Придумывайте, как ее будут звать. Сколько бездомных собак в Подмосковье, никто не считал. Даже в Москве их точное количество так и не установлено. В последнее время называют цифру от 30 до 45 тысяч. Только от использования противогололедного реагента в Москве ежегодно заболевают и погибают тысячи животных, и бездомных, и домашних. Но в городе бездомной собаке иногда перепадает хотя бы какая-то еда, и можно найти место, где тепло. А вот в Подмосковье зимой тысячи бездомных животных погибают просто от людского безразличия. Если известно, что на дорогах России погибает около 40 тысяч людей в год, то сколько животных погибают под колесами, сосчитать просто невозможно. Раздавленные тела, которые валяются посреди дороги, это обычная картина, которую мы многократно видим каждый день. Голод. Казалось бы, этой проблемы не должно быть в тех местах, где живут исключительно миллионеры. Вся загородная застройка в этих районах сплошь состоит из роскошных особняков за высокими заборами. Казалось бы, в этих домах живут люди. Но голодных собак тут встречаешь постоянно. Вокруг тысячи и тысячи живых существ, которым нужна помощь.
а тех, кто им помогает, пока намного меньше. Ну, вы знаете, у нас нету теплого помещения, к сожалению, такси у нас замёрз. У нас и мест сейчас нету, и потом такси же надо тепло, чтобы было, куда же мне на улицу. Эти двое попали в приют вчера. Их маму убили. Сегодня их тоже должны были убить, но, к счастью, их успели забрать в приют. Поэтому теперь они здесь, и есть надежда, что им повезет еще раз, и кто-то возьмет их к себе домой. У него персональный домик, персональный диванчик, своя печка, кухня, все свое. Доволен необыкновенно, а уж как я довольна. Мы же сюда с Сашей за ним приезжали, когда вот мы приехали, забрали, он сразу понравился, и Саша ему понравился, он на лапки сразу встал, они хорошо, он очень тоже доволен. И вот видите, а это мой метис, Бимка. Вот с Бимкой они тоже все хорошо очень подружились, они бегают вместе, гуляют. И Хусик, он такой лизун, он очень любит на ручках, он все время на ручке. С Джоем они очень подружились, это щенок, которого мы подобрали. И вот они в поле, мы ходим гулять. Как они играются, ну, для него это вообще счастье. Здесь-то он минут 40 мог погулять, а там они по 3 часа как дадут. Из тех, кого взяли, да, он последний, да, да. После меня больше так никто не забирал. Взять не буду, потому что мы берем только, если у нас место освобождается, вот на это место мы берем. Мы сейчас едем, мы на дороге, например, собака лежит, мы же ее возьмем обязательно, чтобы там не было, правильно? А так людям, конечно, много очень отказываем. Очередь. У нас очередь сейчас, вот, в данный момент 16 собак. А движется она очень медленно. Ой, звоним сегодня, но все хотят породистых. Спрашивали, щенка у вас точно европейской? Или какого-нибудь карликового, ну что-то наподобие карликового пуделя, то и пинту, и терьера, пинчера, ну что такое. Люди немножко путают приют с питомником. Все хотят породистых щенков, а еще лучше йоркширских терьеров. Прям пользуются популярностью. Все говорят, пошла на смерть йоркширских терьеров. Так, или примерно так, выглядит жизнь маленькой собачки и сумки ее хозяйки. Маленькие собаки стали модными игрушками, и к тому же вполне удобными. Такое живое существо становится аксессуаром для выхода в свет. В клуб, на вечеринку, в магазины, в любые общественные места. Существует сообщество больших любителей маленьких собак. Но на самом деле это просто бизнес. В объявлениях о продаже таких собак часто пишут, что такие породы даже не требуют обязательного выгула, потому что приучены к пеленке. Моды на то, чтобы взять собаку из приюта, в России пока нет. Впрочем, слово «мода» в отношении живого существа звучит как-то совсем дико.
принципе, закрыли много больших приютов на 1000 собак, на 2, на 4, по-моему, даже. Естественно, мало сотрудников, собаки голодные. Сейчас какой-то приют как раз открылся на 4000 собак. Это условия жуткие, конечно. Пас лагеря строят для животных. Приют на 6500 мест будут создавать. Издевательство. 6500 собак в одном месте, представляете? За маленьким 700 или 400. Но это все равно нереально. Даже не представляешь, что такое 400 собак в одном приюте. Ну, это вот, наверное, такие кое-какие условия для них, чтобы через 3 месяца они уже ждали, наверное, этого усыпления. Примерно вот так. У нас вот один трубелетчик как раз стоит сейчас на очереди, потому что если там станет вопрос об усыплении, а он инвалид, мы его сразу заберем. Но пока держат, ну, наверное, полгода, а потом, то есть он первый на усыпление идет. Вот. То, что у них нет прав в нашей стране, животных. У тех, кто их любит, нет прав. Есть только права у тех, кто их уничтожает. Опекунство отменили, чтобы не было опекунов, чтобы можно было взять собаку и убить. Нет опекуна, нет защитника. Раньше не было вообще закона никакого. Ты прививаешь собаку свои деньги, кормишь свои деньги, она живет на улице. Собака была типа ничья. Вот. И сейчас, поскольку опекуны, видно, очень много начали качать прав, приняли конкретный закон, что опекунов упразднить. Нет их, не существует. Собаки все принадлежат городу. Город что хочет, то и воротит. Частная собственность города может расходоваться как угодно. Как хочешь, так и расходим. Это единственный плакат о бездомных животных в Москве. В 2002 году Москва стала первым городом России, где было запрещено убийство бездомных животных. Но, несмотря на это, отлов собак и кошек на улицах Москвы происходит ежедневно. Акции протеста защитников животных никаких конкретных результатов не дают. И собак продолжают отстреливать, а также умерщвляют их с помощью удушающих и парализующих ядов. Они умирают в муках. Случаи жестокого обращения с животными крайне редко становятся достоянием общественности и практически никогда не доходят до суда. До сих пор и кормим, и также отстреливают. В основном, кого мы простерилизовали, уже всех отстреляли. Любая организация может вызвать службу отлова и заберут собак в неизвестном направлении. Вот как сейчас, вот с места, где мы были. Вчера увезли суку беременную. Куда она уехала? Никто не знает. Естественно, если бы мы знали, я бы забрала ее. Это последний раз, когда мы видели живую Машу. Через несколько дней она умерла. Ее жизнь закончилась в теплой, полной свежего сена будке, в окружении добрых, внимательных людей. Незадолго до того, как Маша умерла, мы впервые пошли гулять со всей нашей пятеркой за территорию приюта в лес. Все звери очень радостно кувыркались в снегу, и Маша носилась вместе с ними. Потом все вернулись домой, где их ждали полные миски вкусной еды. За это время приют стал их родным и любимым домом. Когда видишь эти радостные хвосты, то чувствуешь, что собакам здесь очень хорошо. Теперь каждую неделю мы приезжаем в приют и идем гулять в лес с Фросей, шоколадкой, зефирой и вафлей. А это Чарли, очень добрый и веселый пес из соседнего вольера. И он тоже гуляет вместе с нами. Теперь Джину совсем не узнать. Она с удовольствием бегает и играет вместе со всеми. Ей понадобилось больше года, чтобы перестать бояться далеко отходить от дома. За этот год в приюте появилось много новых собак. Жучок и Марго сейчас живут в вольере тигры. А тигру отдали. И теперь она счастливая и домашняя, обласканная зверь. Все жители приюта ждут своих новых хозяев каждый день. Очень адекватный зайчик. Вот в вольере, где Михуся сидел, почему его назвали, он такого цвета похож на зайца-русака. Ту-ту-ту-ту-ту! О! Ну фиг, ладно, пусть погуляет, я их потом на приманку заберу. Тут главное не зевать, а я зевнула. Дверь открыла. Это очень такой пес симпатичный. Потом мы его приучили, он уже гуляет на улице. Приучили его к имени. И на поводке он тоже может ходить. То есть вот мы так вот проходили. Золотой пес. Добрый такой, ласковый. Вообще очень. И мог бы жить вот в вольере, потому что он шерстка хорошая такой, он меховистый пес. Ну, не знаю.
сожалению. Он, мне так он не очень нравится, я бы я приехала. Мужу говорю, Саш, так мне нравится зайчик. Я говорю, он прямо спит в будке Михуси. Он так посмотрел на меня, говорит, могу взять зайчика. Но куда? Когда слышишь эти сотни историй о страданиях со счастливым концом и видишь этих людей, которые в любую погоду приезжают сюда, чтобы накормить, поговорить, почесать, убрать, то понимаешь, что необходимо сделать что-то еще, что-то, чтобы кому-то стало жить теплее и легче. Возможно, надо просто посмотреть вокруг и увидеть их.